Привет, мои хорошие. Ну что, потеряли меня? Потеряли, знаю, уже пишите, потеряли. Я нахожусь в гостях. А где? У своего сына. У старшего сына. Пришла он за своей внучкой, как вы говорите. Вон она, видите, стоит. Вон, стоит, ждет. Стоит, ждет, чудо. Чудо природы стоит, ждет, внучка. Она говорит, у тебя уже, говорит, как внучка. Да, милая моя собака, на выходные. Есть у кого-нибудь еще такая собака выходная, которая приходит на выходные, а сейчас еще идет к нам на каникулы, можно сказать. Никитка-то дома теперь. Так что вот такие вот дела. Сейчас покажу, у кого я в гостях-то. Я только верхушку. Вот, Настюха, вот. А это кто такой сидит? Это мой сынуля. Ой, ребят, ну смотрите, красавчик какой. Вот так вот. Я ему говорю, ну как можно было такое чудо родить? Вот скажи мне. Вот как можно было такого парня? Ну это мама говорит. Вот она моя девочка. И вот еще одна. Сейчас поведем ее. Поведем сейчас ее. Потянем домой. Никита там ждет. А Никита лечиться пошел. Так что хотели вместе прийти. Хотели, знаете, Ивара еще с собой взять. На этот купили ему поводок Ивару. Хотели его вывести на природу тоже, чтобы он травку покушал. Потому что все цветы у меня дома сожрал. И это. Ну, Никитка лечиться пошел. Ладно, потом поведем. А куда деваться? Ну все, давайте увидимся, мои хорошие. Все, вы передали все? Привет моим подписчикам. Всем привет. Всем привет. Сына только проснулся, глазоньки открыл. А вон еще у нас одна там есть. Видите? Не видите? Нет? Вон в углу стоит, видите? Ага. Ну, смотри, встала. Как хочется на улицу ей. А? Видишь, что? Все, мои хорошие, я уже почапала. Почапала у меня. Настюха пошла на работу. Сейчас заодно меня маленько проводит. И сейчас с сыном буду со своим прощаться, с сынулечкой, со своим, с моим мальчиком, с моим золотым, моим мальчиком. Мой золотой, мой мальчик. Ну все. Не, ну мы-то с вами не прощаемся, мы пошли. Ну все, сына, пока. Пока. Давай, на звоночек. Да. Все, пока, мой хороший. Скоро приду. Все, мы пошли. Мы пошли, Настюха пошла работать. Ай, мы пошли домой. Сейчас эту. Вон, видели, нет? Смотри. Где это? Чудо-юдо. Чудо-юдо. Вон оно. Видишь, что? Погнали. Ну, хватит. Чё ты разошлась-то? Сейчас идем, идем. Никитка уже ждет там тоже. А он на лечение ходил. Лечился, малыш. Так, ну все. Сейчас мы. А что ты ее на руки? Вон собака, ну, большущая. Не накинется она? Не накинется. Большая собака, боюсь, я переживаю, что, не дай бог, на нашу накинется. А вон она такая, собачонка. Вон она. Села, устроилась. Хотела Ивара тоже взять. Иварочка. Надо его выгулить. Тоже хочу. Поводок ему купили. Ну а что, травка везде. Пусть он... Вот мы Микки травку, она прям ест. Ест? А да. Какую ты рвешь? А я вот это вот, пучок вот так беру. Ну-ка давай я принесу, конечно. И все. Думаешь, я мало это? Нормально. Ой, нормально? Да. Ну все. Угу. Я и хотела его это вывести вот из-за травки именно. Она прям, знаете, хорошо ест. Ну здорово. Лагерь-то не надо же, прям тут две люди ходят. О, лагерь-трень. Прикинь, что творит. Там, где люди ходят. Наша собака. Ни стыда, ни совести. Собаки. Сейчас я вам переверну. Подожди. Так, это у нас что? Ну, вот у нас наше озеленение уже более-менее такое, ребят. Вон там парк будет. Там будет парк у нас.
Так, там будет парк. Ну круто будет, что говорить-то? Ну круто будет, правда, Настя? Вообще будем каждый день гулять, конечно. Нормально. А у меня, ребят, я сейчас вам, кстати, мы дойдем, я вам покажу. У меня же там дом уже почти выстроили. Прикинь. Дом у нас там, представь, вот который это, строить начали. Ага. Он уже наполовину готовый. Да, просто я показываю другое, а он там немножко дальше спрятанный. Короче. Дома растут как грибочки. Ну, через лет 5, да, 3 года там, допустим, красота будет у нас. Ну, конечно, новые же районы. Районы новые. Уже садик построили. А школу еще будут строить. Не засняла я это. Ну, ветер был в эту сторону. Да сейчас я прям на вас. Снимать? Да. Детеныш, детеныш. Но я не могу. На работу торопится. Сейчас сначала меня проводит, а потом на работу пойдет. Умничка. Пойдем, пойдем. Нет, смотри, какая фигура. Хочешь, чтобы об этого не было? Ой, собачка. Да. Видишь, что не идет совсем. Настю потеряла, видишь, какая. Лагерта, посмотри в камеру. Давай, давай, давай. Вот это школа наша. Ой, садик, то есть. Да? Да, уже почти построили, почти. Так, ну вот и наше озеленение, какие у нас есть, в принципе. Неплохо. Ну, ну они здесь есть, потому что это все снимали, все снимают для того, чтобы строить. А так-то, конечно, зелень есть. Ну, районы новые, вот. Ребята, вот он дом, который стучит. Каждое утро я просыпаюсь под стук. Вот его уже насколько вы отстроили. Представьте, вот он. А я-то думала, что вот здесь вот эту канаву роют. Это что делают? Тоже будет? Или что это? А вон, вон, что-то написано. А, наверное. А, трубы, да? Ну, скорее всего. Скорее всего, Настюш. А я-то жду, думаю, что здесь, а вот так вдоль будет. А вон оно, она он уже растет потихоньку. Думаю, ничего себе. Он вон насколько уже, ребят, вырос. А я думаю, где же, когда они его выложат, я чуть не пойму. Столько бьют, бьют, а толку нет. А он, вон он уже. Уже первые этажи со стеклами. Там уже, похоже, и вовсю ремонт идет. Так что вот так вот я вам показала вблизи мою стройку. Вы
Вы руководитель. Да. Все. Все, мы пришли. А мы пришли. Мы пришли. Привели внучу. Внучу. Внучу привели. Так что вот так маленько с вами прогулялись, а мы сегодня по району. Ну и маленько поговорим. Сейчас я вам хочу показать, какая радостная будет встреча с Никитой. Только, Настюш, вот это подержишь? А, окей. Так, сейчас мы вам покажем. А чё она? Ты чё, не видишь, что ли? А Никиту не видишь ты? Ты чё так? А, это надо нам с этой стороны, чтобы быть, да, чтобы она как забегает сюда. Эх ты! Или, может, жарко было. Хрен его знает. Как будто... Все, ребят, уже зашли домой. Представь, взяли, котику взяли травку. Даже представить не могла, как он ее будет кушать. Смотрите. Ставь. Малыш маленький травоньку кушает. Смотри, как он ест ее. Ребят, вот кто не знает, вот кто кошечек своих не выгуливает на улицу. Вот сейчас вот эта травка, она растет, такая сочная. Берите, пусть кушают, они лечатся этой травкой. Представь, я даже и не думала, это мне Настя подсказала. Говорит, а вы возьмите, нарвите. И вот мы нарвали, он прям малыш, прям поел хорошо травы. Прикинь, да милый мой, да травы поел, да сейчас кайфовать начнет. Да сейчас кайфовать начнет. Ему то мяту мы даем, то еще что скажет. Ну все, все. Милый котя, котя мой.